Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «Боевой конь» 2011 года. История невероятной дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи. Когда начинается Первая мировая, и Джоуи отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для военной службы возраст, все равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга. Балто. Мадагаскар. Четверо изнеженных животных из центрального зоопарка в Нью-Йорке, лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и гиппопотамиха Глория, решаются на побег. Оказавшись после кораблекрушения на экзотическом острове Мадагаскар, населенном лемурами и поедающими их фоссами, путешественники с ужасом понимают, что с городскими привычками им придется распрощаться. Здесь нет людей, любимых клеток, вкусной кормежки. Начинается шоу «Последний герой», только с животными. Нашим друзьям нужно выжить в непривычной среде обитания, где на каждом шагу подстерегает опасность. Ледниковый период 2002 года. Веселые опасные приключения героев 20 тысяч лет назад. Чтобы избежать приближающегося из-за наступления ледникового периода холода, животные мигрируют на юг, однако некоторые из них все-таки решают остаться. Одинокий угрюмый мамонт Манфред, а также бесшабашный ленивец Сид. Случайно эта парочка наталкивается на человеческого детеныша. Они решают вернуть его людям и отправляются в путешествие. По пути они встречают саблезубого хитрого тигра, и теперь этой веселой компании предстоят забавные приключения. Король Лев 1994 года. Величественного короля льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Симба познает горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закаленный испытаниями, он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в круге жизни, осознав, что значит быть настоящим королем. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!